Приветствую вас. Вопрос про уход в себя, некоторую апатию. Вот, на фоне сравнивания себя с другими людьми. Вот, человек спрашивает, нормально ли это или, соответственно, это патология. Ну, на мой взгляд, сейчас это все в пределах нормы. Вот, патология это может перерасти, если вы не будете с этим ничего делать, да, если вы не будете заниматься психологической работой, тогда это может перерасти в патологию. Вот тогда уже нужны будут и медикаменты, да, нужны будут, возможно, будет нужна и госпитализация, вот, то есть, ну, какие-то процессы могут появиться. Вот. Сейчас пока вот то, что вы описываете, я бы не сказал, что это прям патология. Вот. Это больше, как мне увиделось, переживание по поводу того, что не такая. Чтобы не такая, как другие. Вот. Это вот основной такой аспект, как мне показалось. Вот. То есть, что другие там что-то сделали, да, другие там замуж вышли, но им подразумевается, что вы сравниваете себя с другими женщинами. Вот. Как бы. Вот, и вот из-за того, что вам вот как-то кажется, что вы не такая, вот как бы, ну, зачем вот в таком случае, да, там, что-то делать, да, для чего там что-то делать, если я все равно не такая, все равно у меня не получается. Вот, все равно я, грубо говоря, ну, не иду в ногу с, ну, с другими людьми. Вот. То есть мне кажется, что одна из ключевых проблем в этом. Вот. Соответственно, что здесь нужно? Да? Вот. Ну, самооценка, работа с самооценкой. С уверенностью в себе, вот, с комплексами, вот, потому что, ну, на мой взгляд, как-то вот вы слишком много внимания уделяете, ну, вот, другим людям, да, как мне это видится. По крайней мере. То есть я вот, как бы на истину-то не претендую вот в данном случае на истину я не претендую, но вот как мне вот, как мне кажется, вот, слишком много этому уделяется значения, слишком много вы этому уделяете внимание. Вот. И больше внимания нужно уделять себе, своим интересам, своим предпочтениям, своим желаниям. Вот. Чтобы кем-то стать, реализовываться и так далее. Вот. Вы же понимаете, не можете быть такой, какой хотят видеть вас. Другие люди, да, просто вот уходят, ну, просто уходят вот, в отрицание, по сути. Ну, редко, когда это заканчивается чем-то хорошим. И в вашем случае это вот, заканчивается, по сути дела, только тем, что вы себя чувствуете вот все хуже и хуже. Ну, как мне показалось, исходя из вот, того, что вы описываете, например. Ну, то есть я понимаю, да, что там
могут быть свои вот, ну, свои нюансы. Вот, ну, мне вот так показалось. Не знаю, насколько в данном случае это правда. Вот, и правда. Вот. То есть, ну, я бы сказал, наверное, так. Вот такой ответ бы дал. С точки зрения психологии. И с точки зрения психотерапии. Вот. Удивительным образом, еще вы как-то вот хотите увидеть в этом болезнь. Что автоматически наводит на мысль о том, что возможно, как-то вот вам тяжело нести вот ответственность, да, за это все, то есть вы как-то вот, ну, как-то чувствуете, может быть, что не справляетесь и хотите ответственности избежать. Вот, соответственно, способ, который вы ну, способ, который вы выбираете, вот, ну вот, для того, чтобы избежать ответственности, это вот самый лучший способ это заболеть. Вот. Ну, вот вы, собственно говоря, и пытаетесь себя вот как-то на таком, может быть, полубессознательном уровне, да, вот, вы пытаетесь себя найти заболевание. Вот. Такой вариант тоже весьма возможен. Вот. А так или иначе, это все же довольно деструктивная история. Все-таки. Вот. Как мне кажется, это, ну, как мне кажется, да, это все-таки очень деструктивный аспект. Вот. И очень важно, чтобы вы вот как-то, ну, от этого отстранялись. Очень важно, чтобы вы как-то вот в этом все-таки, если и участвовали, да? Вот, чтобы вы не уделяли этому столько внимания, столько времени, сколько вы уделяете этому сейчас. Вот, ну, по крайней мере, попытаться хотя бы, да? Вот. На мой взгляд, это для вас является крайне важной историей. Конечно, вы можете думать по-другому, да, конечно, вы можете считать по-другому. Вот, это ваше право, но мне кажется, что так вот, такой вот, ну, такой момент я бы предложил вам в качестве, ну, выхода из ситуации. Вот. На этом, пожалуй, все. Я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот, надеюсь, что пищу для размышлений
я вам дал. Вот. И надеюсь, что вы сделаете соответствующий вывод. Потому что выводы очень важны для, ну, дальнейшей работы. Вам. Всего самого доброго, удачи.